Если вам еще не доводилось пробовать это блюдо, то вы многое упустили. Я покажу вам пошаговую инструкцию, как приготовить яйца шотландские. Это невероятно вкусно, аппетитно и весьма оригинально. Сваренные всмятку яйца с картофельно-мясным фаршем и хрустящей панировкой из кукурузных хлопьев. Вот что мы будем делать. Начинку можно приготовить заранее, а также сформировать яйца без панировки. А уже непосредственно перед подачей отправить их во фритюр на пару минут. Очень классное блюдо, которое хотя бы раз точно стоит попробовать. 1. Для приготовления начинки отварите до готовности и разомните в пюре картофель. Добавьте обжаренный фарш с беконом, измельченную зелень, тертый сыр. Посолите и поперчите все по вкусу. 2. Яйца отварите 3-4 минуты, чтобы они получились всмятку. Остудите и аккуратно очистите. 3. На кусочек пищевой пленки выложите 1/5 фарша. В центр яйцо. Аккуратно соедините края пленки, формируя шарик. 4. Разверните пленку и убедитесь, что яйцо полностью внутри. Повторите процесс с остальными яйцами и начинкой. 5. Мясной шарик обваляйте в муке, окуните в мисочку со взбитым яйцом и после, в кукурузные хлопья. Чуть прижмите руками, чтобы получилась ровная панировка. Разогрейте как следует масло и выкладывайте по 1-2 шарика. Жарьте пару минут до румяности. 6. Вот такая красота, яйца шотландские в домашних условиях готовы и их можно подавать к столу. Приятного аппетита!